настоящий момент сегодня заканчивается реконструкция тепломагистрали номер 2 Северного района. Данная реконструкция включала в себя замену трубопровода диаметром 500 на диаметр 700. Было заменено порядка 350 метров в двухтрубном исполнении. И была заменена изоляция с минеральной на ППУ. У нас перспективная программа, она рассчитана практически на 5 лет. Это будет дальше реконструкция тепломагистрали тепличного комбината. Это с целью подключения в дальнейшем микрорайона Чигирей. Ну и в дальнейшем это реконструкция тепломагистрали также Северного района в дальнейшем. Это в том числе строительство новых понизительных насосных.